Возможно нанесение удара прямо, снизу или сбоку. В нос, челюсть или височную область. При работе шлемов вы можете почувствовать, как ударная волна проходит от маски до затылочной части шлема. Кири – рубящие удары. Сото кири – удар снаружи. Обратите внимание на положение второй руки. Она защищает вас локтем и предплечьем. Удар наносится из-за головы с большой амплитудой. В конечном положении не выпрямляйте руку в локте. Учи-кири. Удар изнутри. Наносится от уха с противоположной стороны. Конечное положение рук такое же, как при сото-кири, только ладонь вывернута изнутри.